Все шансы попасть в плей-офф первенства Центрального федерального округа были у команды «Динамо Росэнерго Атомс АЭС». Но динамовцы не выдержали стремительного напора ярославцев. Гости с первых минут начали стремительную атаку, а битва за кольцо соперников закончилась для хозяев поражением. Счет первого матча 66-92. На второй день игры динамовцы вели себя более уверенно и показали достойный уровень игры. Спортсмены стремительно отправляли мяч в кольцо ярославцев, но уступили на последних минутах. В итоге десногорской команде не удалось вырвать победу из сильных рук спортсменов «Юнибаскет». Гости одержали заслуженную победу в четвертый раз. Счет второго матча 76-69. Виолетта Ефименко, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ.